вполне песни. Хорошо. И сейчас для вас мы еще от себя хотим подарить пару песен. От нас лично и, конечно, светлой памяти этому прекрасному поэту и просто человеку, да, действительно, для нас молодых, для нашего поколения, то есть мы много о нем наслышаны и много чего узнали. Действительно, наверное, такие, как сказать, наверное, в наше время говорят, улетевшие, да? Ну, не в плохом смысле этого слова, а в хорошем. То есть он своего рода был какой-то вот и романтик, да, не от мира всего, поэтому, может быть, люди не так к нему относились, как, ну, вот как не представляли его, действительно, его взгляд на жизнь и вообще на мир. Поэтому чудесные стихи, и для себя, наверное, тоже отмечу, возьму книгу и прочитаю немного, интересно. Вот это мальчик. Да? Ердар
нисек әйтәләр әле, оңа нисек барып илтен, ну как, хайр итеп, хайр итеп, рухына деген. Представляю Совет автономии, Казахской национальной культурной автономии города Москвы. Вот, и председатель правления Фонда развития дружбы народов Астана. Вот, мы когда-то, я начну издалека, то есть вообще мои предки прадеды, они жили в Давлеканово, основатели города Давлеканово. Вот, ну и в 27-м году, в силу там некоторых обстоятельств, как всегда, да, то есть вот у нас бывало там, ну вот уже репрессий еще не было, но уже начиналось, да, так предупредили, продали лошадей,
и которые в свое время покупали у башкир, это были самые лучшие лошади, и дедушка мне всегда рассказывал про них. Вот, и переехали в Алма-Ату, там в землянке жили сначала, в ямах, потом, ну, как все вот, в то время, потом война, потом. Ну и вот уже мои деды, уже вот, и родители уже родились в Алма-Ате, я вот вырос уже в казахской